Врагу не сдается наш гордый варяг. Это последние слова, которые сказал Виктор Бут на выходе из зала американского суда. На прошлой неделе закончилась многолетняя охота властей США за знаменитым россиянином. Его называли торговцем смертью, оружейным бароном. О нем писали книги и снимали фильмы. Но теперь, в ближайшее время, Буту придется привести в американской тюрьме. Его признали виновным в незаконной торговле оружием. За ходом процесса наблюдала наша съемочная группа. «За меня ответит время и моя родина». Так Виктор Бут прокомментировал приговор суда, выходя из зала заседаний. Несмотря на обвинительный вердикт, по которому ближайшую четверть века Бут должен провести в тюрьме, он, по всей видимости, настроен оптимистично и не падает духом. Решением, как это ни странно прозвучит, довольна и супруга Бута, Алла. Приговор Федерального суда Южного округа Нью-Йорка она назвала победой. «Тот срок, который сегодня дали Виктору, это, видимо, признание несостоятельности доводов и аргументов прокуратуры». В своем последнем слове Бут заявил, что невиновен в предъявленных ему обвинениях в контрабанде оружия и не согласен с вердиктом. Кроме того, он косвенно уличил агентов управления США по борьбе с наркотиками, которые участвовали в его задержании, в том, что они сфальсифицировали доказательную базу. Эту правду знает Господь. И эти люди. С этой правдой им жить, ложиться спать, вставать, растить детей, цитирует Бута средства массовой информации. Адвокаты россиянина собираются опротестовать приговор, считая его излишне суровым. Впрочем, и прокуратура США, которая добивалась пожизненного заключения, может подать апелляцию. «Я хочу сообщить вам, что для Виктора Бута это не конец, что дело только начинается. Только сейчас позиции ясны. Мы намерены обжаловать приговор». По мнению юристов, несмотря на 25-летний срок, Бут получил минимально возможное наказание по предъявленным ему статьям обвинения. Мотивируя свое решение, судья указала, что преступления Бута были спровоцированы операцией американских спецслужб. Напомним, что россиянин был арестован в одном из отелей Бангкока в марте 2008 года. Задержание было произведено подразделениями полиции Таиланда и спецагентами США. Американцы выдали себя за представителей колумбийской повстанческой организации ФАРК и якобы хотели приобрести у Бута различного оружия на сумму в десятки миллионов долларов. «Они говорят, он продал 2000 танков. Это же бред. Виктор абсолютный банкрот. Он занимался легальными перевозками грузов в Африке. У него была небольшая авиакомпания, где-то 20 самолетов». В первую очередь, по версии обвинения, российский предприниматель должен был поставить в Колумбию несколько сотен переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла». По мнению следователей, ПЗРК позволило бы бойцам ФАРК эффективно бороться с американской авиацией, действующей в этом регионе. Это обстоятельство дало повод Фемиде США обвинить Бута еще и в убийстве ее граждан. Бут, в свою очередь, говорит, что это вымысел и уповает на то, что он никогда не был в Колумбии и США и занимался исключительно легальными авиаперевозками. 16 ноября 2010 года Бут после неоднократных запросов американской прокуратуры был экстрадирован из Таиланда в США. Некоторые американские средства массовой информации называют Бута не иначе, как торговец смертью или оружейный барон. Тем не менее, есть вероятность, что Виктор Бут, которому исполнилось 45 лет, обретет свободу раньше установленного срока. 4 года он уже провел в предварительном заключении. А еще около 4 лет ему по американским законам могут скостить за хорошее поведение. Возможно, что Виктор Бут будет отбывать свое наказание в России. На этом настаивают многие депутаты Госдумы и общественные деятели. Эту позицию поддерживает и Министерство иностранных дел. Однако установленной практики экстрадиции между Россией и Соединенными Штатами не существует. Дело о передаче Бута на родину может затянуться на годы. Дмитрий Смирнов, программа «Союзники». Эпицентр информации о событиях в странах СНГ на мультимедийном портале мир24.тв. Я напоминаю, программа «Союзники» выходит в эфир по понедельникам в 19:40. Не опаздывайте.